Классика и новаторство – противоположные вещи. А так ли это на самом деле? Губы в виде диванов, слоны на тонких ножках или даже расплавленные часы – все это уже успело стать бессмертным гением Сальвадора Дали. 20 век. Мир на пороге технической революции. Изобретение кинематографа, развитие медицины, фотоаппарат. Все это стало толчком для поиска художниками нового прочтения своего собственного «я». Некоторые из них нашли себя в своих снах. Причудливые, нереальное пространство и миры, герои-мутанты. Все это первые отсылки к сюрреализму. Вообще, сюрреализм пришел к нам из литературы и очень быстро заполонил все художественное пространство. Отцом сюрреализма считается Сальвадор Дали. У Дали был старший брат, тоже Сальвадор. Он умер через 22 месяца после рождения, а уже после родился будущий художник. Родители не смогли смириться с утратой первенца, поэтому назвали мальчика Сальвадором и всю жизнь считали умершим братом. Якобы он вернулся в этот мир оттуда, откуда не возвращаются. В связи с этим у художника развились серьезные психические отклонения. Такие события в жизни мастера объясняют стилистику его работ. Зритель не может понять, все-таки реалистичный мир изображен на работах Дали или потусторонний. Например, в работе «Постоянство времени» мы видим расплавленные часы, символ времени, которое медленно уползает от нас. Такой образ был навеян Дали кусочком сыра камамбер, который плавился на солнце. Художник был поклонником Зигмунда Фрейда, который впервые описал связь между сознательным и бессознательным. Такими приемами и пользовались все сюрреалисты, последователи Дали. Он изобрел свой собственный параноидальный метод. Засыпал прямо у холста, держа в одной руке ложку или тяжелый шарик, а в другой – кисть. Когда Дали проваливался в сон, тяжелый предмет падал на пол и будил художника, который в течение 5 минут пытался изобразить все, что последнее отпечаталось в его сознании. Кроме живописи, мастер активно занимался скульптурой, дизайном и даже снимался в кино. Дизайн мебели в виде куб и носов до сих пор пользуется спросом, а его слоны на тонких ножках стали визитной карточкой художника. Однажды у Дали заказала логотип известная фабрика леденцов на палочке. В договоре было прописано, что кроме внушительного гонорара, фабрика будет присылать художнику каждый день на протяжении 2 лет партию леденцов. Каждое утро Дали выходил в песочницу, брал с собой коробку с леденцами, открывал их, облизывал и кидал в песок прямо на глазах у детей. Дети громко плакали. Вообще, некоторые историки полагают, что Дали нравились слезы людей, и он получал настоящее удовлетворение. Несмотря на огромное количество странностей Дали, он смог подарить миру гениальное творческое наследие. Не только живописи, но и скульптуры, предметов дизайна и даже одежды. Он был безумен, но, возможно, именно это качество и сыграло ключевую роль в становлении Дали как величайшего классика 20-го столетия.